Мы много раз слышали рассказы много стихотворений, картины писались, какие-то музыкальные произведения, псалмы о голгофских страданиях. Мы знаем, что много людей там было на том холме. Все смотрели на этих трех людей, которые были на кресте. По-разному смотрели люди. Были солдаты, которые были только озабочены тем, чтобы получить свою долю, получить одежды. Были люди, может быть, которые смотрели равнодушно. Были люди, которые, как первосвященники, наконец-то свершилось, не будет смятений в Израиле. Были люди, которые плакали. Псалом, который мы сегодня будем петь, композитор или кто сочинил это произведение, хотел бы показать со стороны Марии, как она смотрела. Ее первенец, который так пришел к ней, и сейчас он на кресте умирает. И мы хотим исполнить этот псалом. Thank you.